Организатор проекта – Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса». Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Я организатор событий со смыслом и вау-эффектом. Почему я пришла к самозанятости? Сейчас, в текущее время, уже настолько процессы начали ускоряться, и я уже понимаю, что я не хочу сидеть и регистрировать, например, каждого человека в личные сообщения. Я уже хочу автоматизации, я уже хочу легальности, открытости, скорости. На самом деле я уже организую что-то 18 лет. С моего 8 класса я стала председателем кадетского корпуса, потом я была спорторгом института и занималась тут в совете, и мы организовывали различные активности для всего института. Талант организатора – одна из суперспособностей Марии. Я очень люблю людей, я обожаю общение, я обожаю создавать вокруг себя определенное сообщество. И так уж получилось, что я всегда иду первая с флагом куда-то и говорю: «Хей, здесь классно, здесь интересно, пойдемте вместе». Будь то загородный отдых, праздники, крупные мероприятия или встречи с интересными людьми. Я люблю жить в восхищенном состоянии души. И есть некоторые люди, которые могут видеть только плохое, а я каждый день, каждую секунду ищу то, что было бы: «Вау, это здорово, это круто, это заряжает». И, наверное, поэтому, возможно, каждое мое событие, если бы это будь кто-то другой бы, он бы сделал бы по-своему, но у меня есть такая фишка о том, что я могу чуть-чуть где-то не договорить для того, чтобы у людей не создавалось заранее какого-то образа. На моих событиях чаще всего люди говорят: «О, да мурашек! Вау, я словила инсайт! Вау, вау, ты меня удивил!» Вот именно так строится любое мое событие: предвосхищать, расти вместе, создавать сообщество и кайфовать от каждого дня этой жизни. Мария приглашает экспертов и партнеров для сотрудничества и совместных проектов. Организует девичники, курсы по стилю, макияжу и финансовой грамотности. Вместе с мужем и детьми любит путешествовать на машине по Уралу и всей стране, а также организовала с партнером детский семейный лагерь «Joy Camp», где этим летом душевно отдохнули 200 человек – от полугодовалого младенца до 86-летней бабушки. При этом до декрета Мария работала на престижных должностях в крупных банках. Я закончила торгово-экономический институт, финансы и кредит с красным дипломом. Вы знаете, как я в школе просто считала эту алгебру, и моя подруга говорила: «Да боже мой, да как ты?» Я говорю: «Я все уже». Она такая... Она просто была гуманитарием, а я математиком. Вот, собственно, поэтому и выбор пал на такую специализацию. И этот опыт, он, безусловно, мне помогает. Финансы, понимание вообще финансы. Я сам вообще по себе структурный человек и люблю структуру и порядок. Ну и с другой, это то, что большие проекты, например, такие как Уральский беременный форум, который мы делали, он позволял мне уже иметь опыт переговоров с таким же корпоративным клиентом, но уже из другой позиции, из других интересов, и при этом всегда учитывая интересы друг друга. Если я работаю с бизнесом, если я работаю с какими-то партнерами, то, да и вообще вот с людьми, с любимым, задача моя в том, чтобы каждый из нас выигрывал. Ну вот, я, наверное, не тот человек, который умеет обманывать и искать выгоду только в себе, поэтому каждая моя встреча, она начинается с вопроса: кто ты, какие твои задачи сейчас и на будущее, для того, чтобы я их могла понимать и выстраивать стратегию нашей работы, которая будет взаимовыгодна и тебе, и мне. Вот. Дружба. И вот это вот вау, оно везде проходит вот этой ниточкой. Поэтому я не умею работать на 50%. Я даже, к сожалению, не умею работать на 100%. Если я что-то делаю, если я куда-то прихожу, то мне нужно там 150-200, не меньше.
Вот. Но это просто любовь, мне кажется, к тому, что я делаю. Я этим горю, я это обожаю. И я обожаю учиться. И, наверное, это постоянно подстегивает меня, что еще, еще масштабнее. Ну и чувствую, что я могу. Каждое мое событие, оно сопровождается волшебством. Вот поэтому у меня есть вот такая волшебная ручка, она у меня всегда лежит на моем рабочем месте. Ручка и блокнот – маленькие помощники. Фиксируют мечты, которые Мария вычеркивает после их исполнения. Для меня и для самой важен смысл, который я закладываю вообще идею. И чтобы каждый после любого события получил какой-то внутри такой щелчок, да? Для этого необходим личный обмен энергиями. И Мария с нетерпением ждет окончания пандемии, чтобы удивить Челябинск очередным масштабным форумом. Организатор проекта – Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса». Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».